Олег Юрьевич, от наших детей, от наших воспитанников ударим вот в преддверии Нового года такую елочку. Я как раз подставлю тем работам, которые вы подарили уже, они у меня стоят в серванте, я ставлю, и когда посещаю их, они спрашивают, откуда, я говорю, дети из детского дома-интерната подарили. На самом деле, прекрасные работы и достойные восхищения.